Около 200 добровольцев, воинов 11-й механизированной бригады и два десятка работников райотдела внутренних дел прошли через ледяную купель на водоеме Чепелевского полигона. Уже стало традицией в день Крещения Господня в этом месте окунаться в проруби. И хотя это дело сугубо добровольное, желающих и у воинов, и у представителей силовых структур всегда много. Кто-то это делал впервые, кто-то не раз. А начальник Слонимской милиции произвел эту процедуру в 21-й раз. Как впечатление? Да, великолепно. Окунаюсь уже 21 раз в своей жизни, ни разу не пропускал. Более того, прибавляет силы, здоровья, радости. Вот, и никогда не было ни соплей, ни насморка, все нормально. И никогда не было на больничном. Прекрасно, еще бы раз искупнулся. Первый раз или нет? Никак нет, уже купался. Очень хорошее впечатление. Первый раз или нет? Нет. Нет? Когда было страшнее, теперь или первый раз или теперь? Первый раз. Первый раз. А сейчас уже. Нормально? Добровольно пошел? Добровольно. Или назначили? Добровольно. Холодно. Первый раз? Страшно. Мой телефон, у меня камера падает. Ух ты! Если воины бригады после купели сразу уходили в палатку переодеваться и попить горячего чая, то работники милиции после окунания еще долго резвились на морозе, в летних купальных костюмах. Настроение у них было праздничное. Иордань укрепляет тело и дух. Здорово. Первый раз или нет? Ну, зимой первый раз, а так летом купался. Так когда лучше, зимой или летом? Ой, наверное, летом лучше.